Доброе утро, товарищи подписчики. Ну вот, сегодня у нас погода плачет. Идет дождик. Все обложило весь горизонт. И на горах он тоже тучи. И не просто тучи, а вообще серое небо полностью без всяких просветов. И идет дождь. Вот все мокро на полу. Ну так, на улице не очень, не холодно, я сказала бы, 20 градусов. Нормально. Но сегодня детей никого нет в этот момент. Обычно в это время уже дети на улице есть, играют. А сегодня никого нету. Ну вот. Так что у нас сегодня идет дождь. Но я думаю, что промочит немножко хотя бы землю и польет цветы и деревья. А то прямо совсем... Да и травку тоже, потому что трава вообще как будто бы сгорела вся. Ну, если 2 месяца почти не было дождя, 1,5 во всяком случае, конечно. Ну вот. Ну, выйду на улицу, когда? Тогда прокомментирую дальше. Ну ладно, пока-пока.